Когда врач становится неандертальцем, такое можно увидеть только раз в году в День медика. В честь профессионального праздника врачи областной больницы устроили представление, пели, танцевали, показывали свои таланты вне операционных и палат. Поздравить их пришли представители власти и наша съемочная группа. Анестезиолог в образе первобытного человека. В этот день врачи, скинув белые халаты, показывают гостям праздника свои таланты вне медицины. Уверены, что в профессиональный праздник можно и повеселиться, но только не в ущерб главной миссии – лечения пациентов. Пока одни здесь поют и танцуют, другие работают. Этот праздник пройдет мимо них, но все равно кому-то людей лечить надо, и областная больница все равно несет свою вахту, и она не оставит наших пациентов без внимания, без помощи. Ругать и критиковать медиков стало привычным делом, сетуют врачи. Порой бывает за что. Но, к счастью, пока довольных пациентов больше, чем недовольных. И за это стоит похвалить, уверены гости праздника. Я непосредственно нахожусь в коллективе уже не первый год. Я вижу, как круглые сутки они помогают людям. Они жертвуют своим временем, своим здоровьем, всей своей жизнью. Они жертвуют даже иногда временем, которое они могли бы уделить своим семьям и близким, для того, чтобы помочь человеку. Может быть, кто-то и недоволен качеством обслуживания, но всякое в жизни бывает. И журналистов ругают, и учителей, и врачей. Но, тем не менее, я считаю, что наша областная клиническая больница является базовым лечебным учреждением для нашей области. Работа медицинского работника на сегодняшний день очень сложна, очень многогранна, сопряжена с колоссальными физическими, эмоциональными и психологическими нагрузками. И на сегодняшний день, в тех условиях, в которых работают медицинские работники, честь им и хвала, им нужно ставить памятники, только благодарить их за ту работу, которую они делают. Представители власти пришли на праздник не только грамоты раздать, но и заверить. Поддержка лечебных учреждений будет всесторонней. Так, в ближайшее время планируется выделение 5 миллионов гривен на решение первоочередных проблем областной больницы. Фактически обслуживают 1 800 000 жителей. И оказывая сегодня самую квалифицированную помощь третьего уровня, это сложнейшие операции, это сложнейшие медицинские процедуры. Мы изыскиваем все возможности для того, чтобы областная больница получила необходимое оборудование, были произведены необходимые ремонты. Мы знаем об этих проблемах и делаем все для их решения. Больница глазами детей. Поздравить врачей с профессиональным праздником решили и дети медработников. В фойе устроили выставку работ на тему «Где и как работают мои родители».